Наконец-то мы нашли парковку на пляж. Сейчас платно. Сколько денег? Сейчас посмотрим. Много машин, так. Большая парковка и вся занята. $12 мы заплатили за заезд. Большой пляж, широкий. Холодный. Ветер такой. Мы оделись, но надо было брать что-то потеплее. Хотя вот люди, наверное, не холодно. Тут пахнет синамоном. Вася, чувствуешь, что синамоном пахнет? А, палочки продаются. А кофе? Давай, иди. Тебе еще там барахла не хватало. Давай. Давай, go ahead. Удиви меня. What you want? I don't know. Ой, Лик, ты меня убиваешь. Я хочу себе какую-то теплую кофту и не эту. Неровный пол. Обогреватели включили. О, да. Обогреватели. Мы так замерзли. Капец. Обалдеть. Мы в Канаду приехали. Я не знаю, как там в Канаде сейчас, но прям холодно. Нам надо было дутые куртки с собой брать, потому что кофты, они никак не спасают вообще. Валенки, телогрейки. Да, не, ну ноги так, кроссовках нормально, но вот сверху какой-то шар даже, вот шар, точно. Точно, я шар себе куплю. Наконец-то пришли в машинку, можем немножко согреться. Я допью свой кофе, единственное, что у меня остыл круассан, и негде его подогреть. Вот что нам нужно еще в машину. Да, микроволновка. Кофе. А можно микроволновку в машину поставить? Запросто. Серьезно? О, потому что на улице холодрыга страшная. Не, Home Alone не надо, у нас же сейчас не Christmas. Вон песочек и светится берег. Игрушки и океан там слева. Так. Ночной Лос-Анджелес. Очень ночной. Во Флориде 2 часа ночи. Ночной Лос-Анджелес выглядит так же, как любой другой даунтаун американский. Красиво светится, ярко, высоко. Отличить от другого города я его не могу. Ну, от Нью-Йорка отличу, конечно, а так вот. В принципе, деловой бизнес-центр. Американский. Мы вот когда, кстати, ехали сегодня, ну, где-то возле даунтауна, тоже неподалеку, прямо были палатки, стояли штук 5 палаток, то есть у них живут бездомные, прям вот так на улице. Странно. Ну, никто их не гоняет, наверное, ничего, то есть так вот они себе живут вместе со всеми. То есть бездомных больше, чем у нас, я бы сказала. Они прямо с тележками ездят. Но это не бездомные, это просто такие догуляки. Они прямо с вещами ходят, с кульками вот такими большими из-под мусора. Вот, например, на перекрестке. Такая, видно, женщина, она с двумя пакетами. Вот с вещами они здесь спят прямо. Это туристы, по-моему. Остались без вещей. Те, которые, да, те, которых нет денег на гостиницу, могут прикинуться бездомными, в принципе. Может проканать.
То есть рестораны, вот мы сейчас выехали из Санта-Моники, красивый даунтаун, сейчас много людей до сих пор сидело. То есть люди гуляют, отдыхают там с собачками, с кошечками, со всеми, в общем, людей много. Ой, смотри, он так едет. Мотоциклисты тут просто сумасшедшие. Они гоняют, как вообще, я не знаю, как будто торопятся на тот свет. СНГ, между машин. Между машин гонят, я не знаю, какая скорость, просто ужас. Наглые. Одиннадцать вечера. Мы уже сами устали, что-то мы задержались сегодня. У нас два часа ночи по-нашему. Да, я говорила, что у нас во Флориде 2 часа ночи. Мы едем сейчас в гостиницу. Нам тут близко. Это оно, да, самое высокое здание Лос-Анджелеса, Bank of America. Написано Bank. Ну, как ладья ты говорил, значит оно. Ну ладно, смотри на дорогу. Здесь еще есть какие-то башни две, которые сделаны из мусора. Из какого мусора? Железа? Да, из кусков каких-то, да, кто-то собирал там 30 лет. Там. Кто-то собирал 30 лет? Ой, не знаю, будем ли мы смотреть, посмотрим, короче, Google нам покажет. Короче, ты сам сделал вывод, когда увидел. Я думала, серьезно, из мусора, из отходов каких-то. Ну, мы видели, такие всякие штуки делают, там, из микроволновок, там, из всяких запчастей, в общем. Так смотришь, вроде скульптура, а подходишь ближе, а оно из каких-то кусочков, из всякого металлолома там сделано. В горку едем. А здесь есть очень крутые спуски и подъемы. То есть для вот автобусов, таких больших, каких-то тяжелых, уже будет сложно ехать. Потому что прям вообще круто-круто смотрится. Спокойной ночи, Лос-Анджелес. Мы поехали.